хорошо, а на Хаммере лучше. Ой, не на Хаммере, а на Гоге. Вообще, на новой резине. Хотел китайскую купить. Купил не китайскую, а русскую. Кардиант 2. Ну вообще, ребят, 22 года резина, 50-я неделя. Я что-то думал, что 48 недель всего, она 50-я. Ну вот, видите, как едет. А куда тут, как они вот едут, смотрите. Вот так они едут. Сейчас я сюда стану. Все, а дальше он уже все, не так сильно. Этот свою миссию выполнил уже. А тут тетя там сидит. Систой натирает руль. Вот так вот. Ну и что хочу сказать-то. Я вот зимнюю сейчас резину снял. Ну, у меня там Nordman какая-то. Вот. Или не Nordman, фиг знает. В общем, какая-то резина хорошая. А, она еще разная у меня. Спереди-зад. Она у меня гавкала. Вот хуже собаки гавкала. А вот эта летняя, я ее выкинул, она уже вся, ну, стерлась, короче. Не, ну, еще месяц можно было отъездить в этом сезоне. Ну, а зачем? Два раза колеса ставить, снимать. Я и так вот 2 часа менял 4 колеса. Ну, я там чистил ступицы, мазал керамическим Валерой. Не стал показывать, кому это надо. Все вы знаете Валеру керамического. Вот. Ну, я его на заставку сделаю, если что. Ну вообще, машина прям тишина сейчас плывет. Мягенькая, хорошая резина. Кардиант. Вот. Я легко запомнил слово корт. Но я что-то не пристегнутый, надо пристегнуться. О. Ну ладно, все, всем пока. Ты уже пишешь? Да. Пожалуйста. Вот здесь экраны, пальцы. Да, да, да. Ну, то, что нельзя, я делаю сразу. Это у меня сейчас это? Да, да. У тебя. На счастье. Тут все забулькало сразу. Слышал, да? Ну, значит, еще что есть, чему булькать. Да, есть. Так. А нейтралка где горит? Не горит, она на первой. Она. Вон, коробка, она. Ямаха. Ямаха. Привет от старых штиблет! Поменялся, не? Он вообще стал другим. Совсем. Вообще, он так не ехал. Да. Он, там, можно сказать, он в половину ехал. А номер опустить, правда, не пацан посадит. Как опустить? Ну, пониже. Там, в принципе, в рамке бирки позволяет. Да нормальный номер. Нормальная резина. Это Мишка у тебя, да? Или Гудьер, значит. Хорошо, что не Кама. Она ж брушка тоже. Да, амортик новый тоже. Он мягенько стал, прям идет такой. Да, да, да. Там он отбойник поставил. Отбойника-то не было совсем. Ну его разбило, да. Называется вот так вот.
метеорит. Метеор. Метеоризмом будете страдать, если на таком будете ездить. Горящий пердак, по-русски. Midnight старт. Полночный старт. Не буду. Да. А вот здесь, ребята, это этот катетер. Это катетер делать. Инъекцию. Можешь обоссаться. Да, да. Чик туда. Чтоб не усрался от скорости. Не, это жесть. Оно может и к лучшему, знаешь, у меня, считай, два мотоцикла побывало теперь. В том году вялый был козлик. А у меня теперь вялый навсегда. Смотрите, гуляю. С провожатыми. Со мной гуляют. Провожают меня. Там у нас река текет внизу. Там трасса. Вот, кошки. Там половина соседских, половина моих. Вот, рябенькая соседская. Скс-кс. Марфа. Вон моя шоколадка. Вон еще какой-то сидит. Какой-то белый. А, это не белый. Это Сёма. Сёмка. Тёмка и Сёмка. Встреча на Эль. И он сопровождает меня. То есть этот прям сопровождение гуляю. Ну, уже темнеет. Время где-то около 8.